Абдоминопластика, большой живот, посмотрите, какой у девочки живот, огромный фартук. Вот с этой проблемой будем сегодня справляться. Мы, конечно, вначале сделаем обширную липосакцию, берем ловушки со спины, с боков, с верхнего отдела живота. Ну и дальше уже абдоминопластикой скорректируем объем этого фартука, уберем его, ушьем диастаз. Ну, конечно, постараемся, я думаю, сделаем красивый плоский живот, фигуру изменим пациентке. Начинаем.